Сегодня у Айхана опять праздник. Ему подарили кучу шоколада. Ади. Erimiş çikolata. Dondurma. Sıcaktan canım. Sonra. Еще шоколад. Айхан. Bu ve benim en sevdiğim tabii. Белый. А, bu farklı. Uh-huh. Farklı. Ve bu plastikli. Воздушный шоколад. Вот эти замечательные люди привезли Айхану. На весь год тебе хватит, я думаю, да? А в следующем году еще привезем. Ну все, счастья нет предела. У тебя в холодильнике-то еще сколько лежит? Штук 10, наверное. Чок варя. Точно. Сайн, Миланю. Очень спасибо. Йок, спасибо большое. Какие? Так, презент из института. Айха, ну повернись. А, он на не гэлли, блин, сон? Не. Сода гэлли. Там что-то много. Чупа... О, слушайте, я про нее только недавно маме говорила. О, Китай не гэлли. Два разных производителя, но одна. Вот. А какой, какие это есть интуки? 17-й. 17-й. О, супер. Alkol değil mi? Hayır soda ya, maden su. Ben alkol mü içiyorum? Сегодня у нас состоялась очередная встреча с подписчиком, как Айхан сказал, женский день у нас сегодня. И мы опять в дом музея Ататюрка идем и пойдем потом в чайный домик. Будем там сидеть, общаться, разговаривать. Я Инна из Запорожья. Всем привет, Украина. Я Нина из Запорожья. Тоже всем привет. Татьяна из Мурманска. Из Мурманска? Да! Земляки! Снежана из Мурманска. Всем привет! Супер! Харьков, Ольга, Украина. Наталья, Ессентуки, Кавказ. Наталья, Ессентуки, Кавказ. Элиза, Башкортостан, Уфа. Айхан, сен сөйлемейек мисен, наверное? Айхан, Афьон. Шахмире тоже здесь. Привет. Шахмире, Анамур, Аланя. Сегодня много праздников. Поэтому и флаги висят, потому что национальные здесь. Вы прям меня вступили, как это было самое интересное. Здесь есть одежда, именно на спине, когда я видела в африканце. Для посещения. Вот только видите, вот там вот внизу есть список небольшой, вот только за 17 лет какой музей открыл. И причем самые большие музеи, музей Топкап, вы знаете в Стамбуле? Да. Султанский. Да. Вот он его тоже, ну, скажем так, оттуда для публики. Музей археологический. Когда были первый раз в Турции, надо ходить кефира. И там каждый день с утра до вечера мы пили эту минералку. Вот традиционные турецкие, ну, скажем так, немного модернизированные, но в них ходить летом просто очень удобно. Ну да, на большую женщину. Всякие разные модели. Подштанники, наверное. Вы уже были где-нибудь? А вы сидите прям где? Мы
отличные эти, смотрите. Сейчас у нас, это, да, а поменялась вообще администрация или остались все? Нет, Марина Кустун у нас. Нет, администрация при мэрии, которая. Те, кто были. Да нет, они все остались. Там что-то получается, по мэру поменялись. Мурманчане, расскажите, где вы были, что видели? Сколько вы уже раз в Алании были? В Алании я третий раз, мама второй. Но первый раз я отдыхала в Курджалае. И в Алании, конечно, намного интереснее. Здесь очень богатая инфраструктура, очень много мест, где можно что-то посмотреть. В Курджалае, конечно, очень мало таких мест. Но и тем не менее, за 4 года там уже тоже налажена инфраструктура и все засажено зеленью. Пока были только в крепости, ездили на экскурсию на джипах сафари. Хотим посетить еще канатную дорогу, где мы еще были с тобой. Ну так по городу, да, ходили, получается, смотрели все. Шоппинг активный, как и везде. На сколько вы приехали? На 2 недели. 2 недели. 2 недели. Как вам жарко? А, кстати, купались уже, нет? Да, сегодня, да. Ну, мы только вчера прилетели. А-а-а. Сегодня, да, плюхнулись, купались. Было сначала очень холодно, казалось, а потом нет, прекрасно. Да, Алания прекрасный город. Мне кажется, не найдется ни земле, единого человека, которому бы не понравилась Алания. Она на любой вкус. То есть, кто хочет спокойный отдых, пожалуйста. Много набережных, тихих улиц, если хочет человек, тишины и уединения. Хочется, наоборот, шума, веселья, пожалуйста, куча дискотек, куча танцев, да, куда можно сходить, потанцевать, отдохнуть. Для детей какой рай. Для отдыха с детьми прекрасное место, очень много детских площадок, где много разных, да, аттракционов, и даже прорезиненная площадка, чтобы малыши не падали. То есть все очень предусмотрено для любого человека. Продуманный очень город, рай на земле, я бы сказала. Я надеюсь, что жители Алании осознают, в каком райском месте они живут. Ценят. Конечно, мы каждый день просыпаемся, да? И радуемся. А мы каждый день просыпаемся и думаем об Алании. Как чудесно мы там отдыхали. Да, с удовольствием вспоминаем. Смотрим фотографии. Мы уже начинаем делить свой отпуск на 2, для того, чтобы почаще куда-то выезжать. В Мурманске сейчас лежит снег, а здесь тепло, жарко, я бы даже сказала, солнечно. Все ходят, улыбаются, все хорошее настроение. Поэтому мы, думаю, вернемся сюда еще. Такое замечательное отношение к русским. Мы даже в прошлом году это ощутили. Просто шла женщина в национальной одежде с маленькой девочкой. Просто трусов? Да. Мы им так же сделали, что какие замечательные, приветливые люди. Да, да, да. Россия, Турция, мир, дружба, жвачка. Запорожье. Да, вы отдыхаете в Сиде? Да, мы в Сиде. Как вы доехали, расскажите. Хорошо долетели, отлично. Сюда доехали с пересадками до Манавгата, а потом уже... У нас водитель, кстати, маршрутки отлично. Говорит, я вас довезу. Довез, говорит, высадил, вот, проходите сюда, в этот автобус, да. Тоже остановили, все, говорит, сюда, я говорю, где дом? Туда пройдете, ну, чуть поблукали, походили. Ну, в общем, не потерялись, да? Да, нашли нормально, показались отлично. Как в Сиде отдыхать, расскажите, потому что многие спрашивают, но я туда редко. Мало зелени. Ну, мы видели, мы хотели посмотреть античный Сиде, но еще не были ходить. А вы тоже вчера приехали? Да, тоже. А в Алании, конечно, все зелено, ну, как в Кемере тоже. Хорошо. Вы в Алании первый раз? Да. Раньше в Кемере были. То есть вы еще ничего не посмотрели? Да, еще ничего не видели. На сколько вы приехали? На недельку. На недельку. Ну, я думаю, что античный город вам понравится. Обязательно туда. Мы же начали смотреть, что посмотреть, и нашли твое видео. И посмотрели, и понравилось, и думаем тоже так съездить. Ну, правильно, видите, как и Аланию посмотрели, и в Сиде отдыхаете. Здорово, молодцы. И Синтуки. В прошлом году мы полетели в Турцию первый раз в сентябре. Были мы в Канапре. Я была в восторге. И потом, приехав домой, я тут же стала искать тур на май.
Вот, и мы так вот искала-искала, в YouTube нашла ваш канал. И каждый вечер, каждое утро я просыпалась с вами, засыпала в вашей компании, там пообщавшись. Слушайте, ну это такая ответственность прямо. Да, это ответственность. Разный подходит ответственность. Вот, и я прям... Еще потом, приехав с Турции в прошлом году, случайно нашла, искала, что посмотреть. И посмотрела фильм «Искатель воды» с Расселом Кроу в главной роли. И там оказалось, что про эти места. Как раз вот эти военные действия, вот что дома Ататюрка мы были. Такие, ну, вот все эти события описывались. Да, ну не то, что, ну там, да, затронуты людские, человеческие судьбы и любовь, все. Ну и вообще вот это все, что происходило, было страшно, конечно. И после тех страшных событий как бы превратили в такой рай просто. И вот что мне понравилось, я в прошлом году, когда побыла, у нас тоже на Кавказе все хорошо, но я отсюда вернулась, прям мне сердце оттаяло. У меня улыбка и так не уходит. Я просто была счастлива. Сейчас счастлива. Спасибо. Не за что. Да. Когда приехали домой, все спрашивали, как там, как. Так как мы с Кавказа, как дома. Да. Ощущение, что мы дома. Не было ощущения, что мы за границей где-то, что в Алании. Просто привыкли все наречия на уху не русские. Поэтому спокойно. Хорошо и замечательно. Но сейчас вы к нам, в следующий раз мы к вам. Приезжаем, обязательно. Приезжаем. Ждем. Оставим мы обязательно телефон, хотим. Обязательно вот только надеемся на то, что виза. Как только визы отменят, мы сразу поедем. Прилетайте, мы вас ждем. Слушайте, самые здорово. Вкусные места покажем, самые супер. Красивые. Супер, спасибо. Да. Я приехала с Уфы. Ну как с Уфы? Не самой, но недалеко. Башкортостан. Была я впервые, были с мужем впервые в 13-м году в Ассаларе. А, муж ваш убежал? Да, убежал. Увидел столько девушек. Вот. И вот, наверное, с 13-го года я, наверное, все эти годы просто бредила. Все хотел сюда обратно вернуться. И вот в Алании мы уже неделю, мы уже завтра улетаем. Побывали... По канатной дороге поднимались на крепость, на самую вершину. Потом, кстати, вчера были мы в парк новый, который говорили, панорама. Ой, красота такая. Знаете, еще что было вообще трогательно, когда настало время ятсана, ну, в общем, время намаза, когда азан, весь город, с мечети, вот это вот. Было очень здорово. И, ну, еще где мы побывали. А в Демлаташе пещере были. В общем, очень понравилось. Еще в главном центре Алании как-то мы все везде сами пешком побывали. Мы даже вчера арендовали электромобиль, да? Два места, которые мы два часа катались мужем. Ну, такой довольный. Кстати, сколько стоит аренда сразу? А, вот на 3 часа... $10. 3 часа $10. Да. Трехколесный, да? Получается так. Ну вот двухместка. Ага. Сзади вот я сидела. Трехколесный. А 2 часа мы вчера покатались. Час оставили на сегодня. Вот сегодня с утра мы покатались. Мы даже съездили в Вайкики, там отоварились, приехали. Очень классно, себе. Да. Ну, очень-очень здорово, конечно. Очень понравилось. Даже уезжать не хочется. Приветствую, Харьков. И посещаю Турцию уже 18 лет. А, причем, чем дальше, тем больше, чаще Алания. Последние 3 года по 4 раза в год. И чем дальше, тем дольше и больше. И не знаю, чем это закончится. Оставьте ссылку на ваш канал. На вашем примере, Настя, у меня куча даже вот блогеров там я читаю. Кто здесь живет, русскоязычные, в общем, собираю материал, не знаю, чем это может закончиться. Подсадила мужа, он себе нашел уже здесь клуб теннисный, на обе играют малый теннис, вот, и интернациональная команда, много турков, общаются отлично, в общем, уезжать не хочется. Очередной раз мы через 3 недели будем, еще в октябре, в общем, чем дальше, чем чаще. Ну, в общем, закончится это все тем, что вы здесь останетесь точно. Да, я так предполагаю. Ну, пока не получается работа.
Ну, вы правильно делаете, вы все изучаете, да, смотрите, да. Да, от мысли. Да, готовитесь. Мужчин своих сына и мужа приучают. Аутотренинг. Да, да, да. Я больше не хочу. Айхан загрузил вот такое вот классное приложение, где можно говорить и переводить на разные языки. Сейчас он нам скажет, что он хочет. Я больше не хочу шоколада. Точно не хочешь? Подписчики не хочешь. Не хочешь? Да. А что хочешь? Брокколи. Салатик. Дети. Салата. Салата? Ну хорошо, будьте вечером салата. Да, салата. Такая вот у нас классная, друзья, состоялась встреча. Сегодня с подписчиками было народу не очень много, но очень здорово пообщались, только всего интересного узнали. В общем, спасибо большое, что вы приходите. Когда будет следующая встреча, я не знаю, следите за моими видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего из очень жаркой Алании. Сейчас я вам покажу, насколько здесь жарко. Жарит просто нереально. Очень жаркое лето будет. О, ужас, ужас. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.